Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я продолжаю обзор фильмов студии Warner Bros. И сегодня я покажу оставшиеся издания в обычных кейсах, амореях, кроме фильмов, которые входят в киновселенную расширенную DC. В следующем видео будут уже эти самые фильмы из киновселенной DC, а также издания в слипах и издания в других формах. Итак, начинаю это видео. И первый фильм – это фильм Эдварда Цвика с Томом Крузом «Последний самурай». Достаточно известная картина с Томом Крузом. И она выходила в формате Blu-ray. Идем далее. И последний фильм Тима Бертона с Джонни Деппом. «Мрачные тени». Последний на сегодняшний день фильм, который режиссировал Тим Бертон с Джонни Деппом. Это у нас ремейк старого американского сериала с таким же названием. Такое вот кино. Идем далее. И фильм по графическому роману Алана Мура «V значит Вендетта». Здесь у нас снялись актеры Натали Портман, Хьюго Уивинг. Фильм о создателе трилогии «Матрица». В данном фильме они выступили продюсерами и авторами сценария. Вачовски. Следующее кино, и это фильм «Тарзан. Легенда». Такое вот кино. И здесь у нас снялись Александр Скарсгард, Сэмюэл Л. Джексон, Марго Робби, Джимон Хансу и Христоф Вальц. Следующее кино – это фильм Гарольда Ремиса «Анализирует то» с Робертом Де Ниро, Биллом Кристалом и Лизой Кудроу. Это вторая часть. Существует также фильм «Анализирую это», но пока у меня нет коллекции первой части. Далее фильм Джорджа Миллера, за которую он получил Оскар. Фильм «Делай ноги». Это у нас анимационный фильм, который был высоко отмечен критиками. Следом еще один фильм с Робертом Де Ниро, в котором также снялась Энн Хэтэуэй. Это фильм «Стажер». Белая накатка. И режиссером данной картины выступила женщина Нэнси Майерс. Следующий фильм показывал вам совсем недавно, в предыдущем видео про Джима Керри. Это фильм «Невероятный Берт Уандерстоун». И данное кино также выпустила студия Warner Bros. Следующее – это у нас анимационный фильм Зака Снайдера «Легенда ночных стражей». Достаточно красивый мультфильм от известного режиссера. И еще один фильм
Зака Снайдера, который был выпущен в студии Warner Bros. Это фильм «300 спартанцев». Есть такая вот карточка. Спартанцы – лучшие воины, которые знают историю. Они обучены никогда не отступать, никогда не сдаваться. Смерть на поле боя – величайшая честь, которой можно удостоиться. Далее. Фильм Тодда Филлипса «Парни со стволами», в котором снялись Джона Хилл и Майлз Теллер. Фильм на основе реальных событий. Розовая накатка. Следующее кино. Это фильм, который также основан на реальных событиях. Это кино «Ты водишь», в котором снялись Эд Хелмс, Джейк Джонсон, Аннабель Уоллес, Ханнибал Беррис, Айла Фишер, Рашида Джонс, Лесли Бибб, Джон Хэм и Джереми Реннер. Видим, из известных актеров самого известного здесь у нас Джереми Реннер. В данной картине снялся. Здесь много лет данные персонажи играют между собой в салки. Следующий фильм, и это фильм с тремя обладателями Оскаров. «Уйти красиво», где здесь у нас снялись Морган Фриман, Майкл Кейн и Алан Аркин. В данной картине они на старости лет решают ограбить банк и разрабатывают план и выполняют его. Далее, следующая картина. Еще один фильм с Джимом Керри от студии Warner Bros. Фильм «Всегда говори да». Видим здесь счастливого Джима Керри на накатке диска. Далее. Еще один фильм Тодда Филлипса. Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом и Робертом Де Ниро. Который рассказывает предысторию одной из версий персонажа Джокера. Следующий фильм, а точнее анимационный фильм, это фильм Роберта Земекиса «Беовульф», режиссерская версия. Это у нас компьютерная анимация и достаточно реалистичная для своего времени. И здесь у нас в оригинале персонажи озвучили Рэй Уинстон, Энтони Хопкинс, Джон Малкович, Робин Райт Пен и Анджелина Джоли. Следующее кино – это фильм от Дэвида Финчера по рассказу Фрэнсиса Скотта Фиджеральда «Загадочная история Бенджамина Баттона». Такие вот два диска с разными накатками. И здесь у нас снялись Брэд Питт и Кейт Бланшетт. Далее. Пять фильмов Кристофера Нолана от студии Warner Bros. Первый это «Бэтмен. Начало». Который начал трилогию Нолана
по данного персонажа, и где в роли Бэтмена выступил Кристиан Бейл. Далее фильм «Престиж», экранизация романа Кристофера Приста с таким же названием, но который роман сильно отличается от фильма. Здесь у нас снялись Хью Джекман, Кристиан Бейл, Майкл Кейн и Скарлетт Йоханссон. Следующий фильм Нолана от студии Warner Bros. Это фильм «Начало». Также двухдисковое издание. На втором диске дополнительные материалы, из которых самое интересное — это саундтрек в формате 5.1. То есть саундтрек с объемным звуком. У меня аудиосистема такая, поэтому было очень интересно послушать саундтрек со звуком 5.1. И здесь у нас снялись Кен Ватанабе, помимо Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт, Марион Котийяр, Эллен Пейдж, Том Харди, Киллиан Мёрфи, Том Беренджер и, опять же, Майкл Кейн. Далее фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар». Фильм научно-фантастический, имеет одни из самых высоких оценок среди фильмов. Такое вот издание. Наконец, последний фильм Кристофера Нолана, который у меня есть, это фильм «Дюнкерк», который рассказывает про события Второй мировой войны. Тут тоже разные накатки в двухдисковом издании. Такое вот издание. И, наконец, осталось фильмов немного. Последний одиночный фильм — это фильм «Расплата». Здесь у нас снялись Бен Аффлек, Джон Бернтал, а также Анна Кедрик, Симмонс, Джон Литгоу, Анна Кедрик и Джеффри Тембер. Далее два фильма про фантастических тварей. Это у нас предыстория, точнее, события, которые входят в той же вселенной, что и Гарри Поттер, но ранее, в более ранние времена. Снимал тот же режиссер, что и последние части Гарри Поттера, Дэвид Йейтс. А в главной роли здесь у нас снялся актер Эдди Редмайн. Это у нас первая часть. Также у меня есть вторая часть. Это «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». Главный актер и режиссер те же самые. Главного злодея здесь сыграл Джонни Депп. Такие вот две части. Наконец, последняя. Это у нас трилогия Тодда Филлипса про мальчишник. Первая часть — «Мальчишник в Вегасе», «Пьянка», «Похмелье». Далее вторая часть, которую также снял Тодд Филлипс. Это «Мальчишник 2. Из Вегаса в Бангкок». И последняя часть — «Мальчишник. Часть третья». Которую
которую также снимал режиссер Тодд Филлипс. И это были последние издания, которые я хотел вам показать на сегодня. А на этом данное видео все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. В следующем видео про коллекцию Warner Bros. Я покажу вам фильмы из киновселенной расширенной DC. А также издания другие в других формах. Слипы, стилбуки и прочее. А на этом данное видео все. Пока!